кстати, Арман Хаммер, Арман Хаммер, одесский миллионер. Ну как это? Классно. Так строили, блядь, кабель там был в стене. И он меня рвал. На расстоянии 5 метров по всем трем этажам цеха перерубал кабель. Проводник. На утро там где-то мы... Ты записал? 20 больше чем это. Там он нашел информацию, что Тедди Рид, есть такой боец, имеет карту или нет. Поехали. Олег. Леха, ты доволен машиной? Охуительная машина, да? Спасибо. Правда охуительная? Намного круче, чем Мерседес. Однозначно. Особенно того Мерседес. Да, блядь, тот вообще. Да они вообще по качеству журналы читаешь, они как с Крайслером стали, они 150-е по качеству упадут. Леха, поехал. Смотри, да, а я подъеду тогда. Сделал. Сам хам. А можешь отправить мне потом до e-mail? Ёлка красивая, лёд. Тоже звезду ешь. Угу. Классно. Два киллера, блядь. А знаешь, что обозначает звезда вообще? Два киллера, блядь. Ты не значение. Видишь, блядь, я в жилье включил. Версачи, да? И вот здесь завалили, да? Да нет. Я, кстати, был, знаешь, когда я был? Вот когда я из Риги уехал, с тобой встретился, я был у этого дома, я прилетел в Майами, меня водили там, на Саут-Бич, у этого дома. Когда я подъездил, нет, не любовь. Гомосексуалист какой-то, да? Все, спасибо. Классно, да? Я А потом в Питер вот приехал. Ходил, блядь, гимнастику, не разберешься, не попробуй. Не провалишься, а так, как будто можно пиздануться, да? Да. Неприятные чувства, если скажешь, да? Ну, своеобразно, да? Хорошо. А. Берлога, блядь. Да, он много лет уже. Вот он где возьмет. Нет, по-русски называется этот фильм, иначе как они называют. Ну, прийти, приятно, красиво. Ну, да, а они, есть у них название. Хорошенькая так вот. Она проститутка играла, он ее на улице зацепил. Прийти, он зацепил. А, ну это красотка. Да, да, красотка. Да. Красотка. Как называется? А, не, ну по-русски, видишь, там у них свое. Да. Конечно, шикарный фильм. Робот, смотри. Вот здесь, да? Да, да, снимали. Круто. Помнишь, они жили в отеле? А сколько стоит это, Леш, гостиница? Сколько стоит? Здесь номера. Робот сколько стоит? Не, номера. Только две за ночь, да? Здесь один отель, за ним второй, они оба такие. Нет, ну ладно, здесь есть $300, 250, 350 и 400.
идите, я вас запишу в этом гостинице.